Всем привет из осеннего леса, подписчикам, пришедшим на мой канал. Вылазка за грибами. В основном собираем паутинник. Триумфально идет массово. Это лесопосадка, снегозадержание. И наткнулись на обочине вот такую вот кучу. Кучу грибов. Это волнушка розовая. Волнушка розовая, которая растет вот таким вот семейством. Тут ее тьма. Это гриб относится к группе млечников. Условно, гриб третьей категории. Ножка трубчатая. Пластинчатый гриб. Почему волнушка розовая? Потому что цвет ее от бледно-розовой до кремовой. На разрезе выделяет едкий сок млечный. То есть она горькая, горчит. Идет отлично в засол. Волнушка розовая. Похож немножко на рыжик. И отлично идет в засол. Но можно как на холодный способ солить, так и на горячий. На горячий быстрее будет, отваривается, потом она засаливается. Очень вкусный гриб. Конечно, похуже груздя, но достаточно вкусный. Волнушка розовая. Собирайте, солите. Удачи вам в грибной охоте. Подписывайтесь на мой канал.